Официально зарегистрированы более 20 кандидатов, желающих принять участие в выборах в Государственную и Московскую областную думы, получили официальное удостоверение, подтверждающее их полномочия включиться в предвыборную гонку. По Государственной думе у нас 9 кандидатов. Все эти 9 кандидатов уже зарегистрированы. Сведения о них уже сейчас готовятся для направления изготовления бюллетеней. То есть на настоящий момент комиссия как раз подготавливает проект бюллетеня, утверждается текст, располагается фотография и подготавливается также информационный плакат, который будет висеть на избирательной комиссии. Списки кандидатов также были опубликованы в муниципальных СМИ и на сайте избирательной комиссии Московской области. Среди них претенденты от одномандатного Пушкинского избирательного округа номер 17, проходившие регистрацию в городе Щелково. По выборам депутатов Московской областной думы также у нас зарегистрированы все 12 кандидатов, которые в установленные законом сроки подали документы как для выдвижения, так и для регистрации. И то же самое комиссия сейчас подготавливает информацию для изготовления избирательных бюллетеней и также информационных плакатов. Жителям города Щелково 18 сентября предстоит избрать представителей 15-го одномандатного округа в Совет депутатов городского поселения. Все кандидаты также зарегистрированы. По дополнительным выборам депутатов городского совета нашего по одномандатному избирательному округу мы как раз в понедельник 8 числа зарегистрировали последнего 5-го кандидата. Это Железняк Валентин Сергеевич. Он у нас выдвигался в порядке самовыдвижения. Как раз он смог собрать необходимое количество подписей избирателей. Все эти подписи были проверены рабочей группой комиссии. И, соответственно, уже в понедельник как раз было принято решение о его регистрации. Более 20 жителей уже получили открепительное удостоверение, позволяющее 18 сентября проголосовать на выборах в Государственную думу за пределами Щелковского района. До 6 сентября включительно выдача открепительных удостоверений будет осуществляться непосредственно нами в территориальной избирательной комиссии. С 7 сентября и заканчивая предпоследним днем, уже перед непосредственно выборами, да, то есть 17 сентября, будет выдавать непосредственно участковая избирательная комиссия. Также 5 обладателей временной регистрации подали заявление о желании голосовать на территории Щелковского района. Такое заявление в окружную избирательную комиссию можно будет подать до 6 сентября. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».